Нет, нет, не надо приходить во второй раз. Я же была у вас сегодня на вызове. Нет, это лекарство вам не нужно. Принимайте то, что я вам прописала. Лилько, сделай мне кофе. Какой кофе? Холодный. Нет, это я не вам. Вам нужен горячий компресс утром и вечером. Да. Сколько сахара? Сахар 2. Нет, это не у вас 2. У вас сахар 185. Понимаете? Да. Сердце? У вас вполне здоровое сердце. Оно здесь ни при чем. Если вам покажется, что что-то не так, положите валидол под язык. Нина, лед положить? Лед обязательно. Что? Нет, вам не нужен лед, боже упаси. Вы делаете то... Да, то, что я вам сказала. А послезавтра я вас навещу. Хорошо, хорошо, до свидания. Боже, не могу. Этот человек меня замучил. Мой пациент. Он простыл, к тому же у него невроз. И ему кажется, что у него все болит. И он на краю гибели. Он не замолкает ни на минуту. Валидол у него трижды выпал изо рта. Представляешь? Это ужасно. Да, действительно, сложно быть врачом. Не хочешь постоянно выслушивать их жалобы. Да, очень трудно. И вообще, нет ничего дороже здоровья. Ты права, Лилико, моя любимая. И поэтому ты должна обратить внимание на свой вес. Нет, он мне не мешает. Это потому, что ты еще молода. Но поверь, так нельзя. Ты должна похудеть. Переедание вредит здоровью. Ты мне веришь, радость моя? Да ладно тебе. Между прочим, мой дед прожил 105 лет. И много он ел? Он просто не вмешивался в чужие дела. Добрый день, проходите. Чего-то желаете? Будете заказывать? То вы будете. Если можно, смешайте апельсиновый и ананасовый соки между собой. Со льдом и лимоном? С лимоном и льдом. Присаживайтесь, я принесу. Лилико, иди сюда, быстрее. Лилико, ты мне в кофе случайно не подмешивала алкоголь или галлюциноген? Какой алкоголь, Нина? Значит, мне не кажется, тот молодой человек, что за моей спиной сидит, мой бывший муж, да? Или кажется? Он твой бывший? Ой, что ты говоришь? Как смешно, это правда? Что с тобой, Лилико? Что я тебе говорю? Ничего, просто хочу показать моему бывшему, что я и без него счастлива. Да. Что мне делать? Тащи самый большой хачапури. Порезать, нарезать или... Нет, целый. Ладно. Постой, ты же хачапури не кушаешь. Лицо прикрою и им выйду. О, ладно, ладно. Как весело. Очень смешной анекдот был, Лилико. Очень смешной. Здравствуй, Нино. О, здравствуй, Ладо. Здравствуй. Можно присесть? Нет. Я не видел тебя 3 года. Мог бы и больше. Знаешь, Нино, ты очень красиво выглядишь. Нино, я сейчас понимаю, какую допустил ошибку. Я чай тебе принесла. Что это? Ну вот опять. Везде эти твои формулы. Который раз? Ну надоело уже. И на моих рецептах тоже твои формулы. Что мне теперь делать? Чем мне теперь пациента лечить? Квадратным уравновением? Я не могу, ну я не могу. Пожалуйста, не нервничай, дорогая. На этот раз я все рассчитал. Ты в прошлый раз так говорил. Поверь мне, Нино, поверь. Тут исключается любая, даже элементарная ошибка. С помощью этой бумажки мы станем миллионерами. Я уже точно знаю, как снять куш в казино. Можешь звонить.
в любое турагентство, заказать в любое место билет. Давай, Нино. Владимир, слушай меня. Я во второй раз это не переживу. То есть это ты не переживешь. Спокойствие. Завтра же едем в путешествие по Европе. Да ну. Мы через 2 часа уже будем миллионерами. Ладо, ну, как дела? Ну, как едем? Да, Нино, едем. Правда? Куда? В съемную. Что делаешь? Я же сказала, что ты во второй раз не переживешь. Нино, может, начнем все сначала? Владимир. Ладо. Какая маршрутка едет на Сабурталон? При чем здесь это? Все так и началось тогда, если помнишь. Лирико, отмени заказ на сок. Гостю некогда. Прощай, Владимир. Ладо. Да какая разница? Ладо. Не оглядывайся. Что ты делаешь? Что? Я спрашиваю, что ты делаешь? Готовлю ужин для себя и для Ники. Ага. Мы будем вместе есть омлет. Омлет? Омлет. А ты уверен, что Ника будет счастлив после омлета, который ты ему приготовишь? Да, я тебя уверяю. Он только что звонил и просил передать, что ты ему сделала яичницу из 2 яиц. А, и тебе достанется всего 8 яиц. Неужели хватит? Конечно, хватит. Ты же знаешь, что я вечером много не ем. Конечно, не ешь. Ты же за фигурой следишь. А, Ника, ты уже вернулся? Добрый вечер. Как дела? Иди садись. Тут садись, Никош, устал. Вы сегодня же аж до Батуми доехали. Да, хорошо, сейчас Батуми. Блеск. Правда? Да, там очень красиво. Да, давай поедем летом в августе отдыхать. Возьмем гостиницу на берегу моря. По вечерам будем ужинать в ресторане. Да? Ну, вообще-то, его до конца не доделали. В Батуми здорово. Жара. Переполненные пляжи. Выйдешь на улицу, взглянешь на пляж. Столько красивых, молоденьких. Зонтиков. Ты что несет? Нино! Нино, поужинаешь? Что случилось, Нино? Нино, что случилось? Нино! Что с тобой, Нино? Владимир, в кафе. Я встретила Владимира. Владимир? Кто? Мой бывший муж. Ладу. Ладу. Владимир. Имена путаются что-то. Ты порядковый номер скажи. 3. А, это тот. Вспомнил. Это который по утрам бегал туда-сюда. Этот? Да, он самый. Который по утрам бегал, а потом я его с вещами выгнала. И что же он? Что он хотел? Давай, мол, все сначала начнем. Да? Он идет на такой риск? А по-моему, вам лучше помириться. Да. У вас будет семья. Будете жить для себя отдельно. Я, конечно, расстроюсь, что тебя не будет с нами. И мы не сможем ежедневно видеться. Я не смогу разговаривать с тобой так часто. Но ведь все, не все бывает в жизни так, как я хочу. Мариам, ты умеешь как-то странно сказать. Смешно, да? Нет, познавательно, развлекательно. Ника, поднимись ко мне в спальню и стакан воды захвати.
Вы дадите что-нибудь поесть голодному человеку? А при чем тут еда сейчас? Не понял. Я на кухне, я голоден. Вполне логично. Да, любимый, да. Я совсем забыла, что у тебя желания соответствуют с комнате, в которой ты находишься. В кухне ты всегда голоден, в спальне ты все время хочешь спать. Вот это было познавательно-развлекательно. Это что такое, Батонушалва? Омлет. Чего? С овощами и сыром. Угу. Но я не люблю сыром и овощами. Я только 2 яйца попросил пожарить. Правда? 2 яйца. Все. Правда? Как ужасно слышно в нашем телефоне. Нино. Ник. Ник, ты спишь? Нет. Вот я Араболи. Ты Джапарицы. Интересно, вот чья фамилия более распространенная? Скорее всего, Джапарицы. А сколько вас? Точно не знаю, но много. А не хочешь, чтобы вас стало еще больше? А? А, ты устал? Я угадала, да? Ты сегодня уставший, вчера был уставший, и позавчера, и позапозавчера, и позапозавчера ты был уставший. И я уже не помню, когда ты в последний раз не был уставшим. Не помню, понимаешь? Да, я очень устал. И в конце концов, не трепи мне нервы. Думаю о Нино. Ты же знаешь, я думаю о Нино. А пусть она возьмет и помирится с Ладо. Что будет? Что? Ой, что будет? Нино уже 4 раза выходила замуж. 4 раза, точно. Ладо ее 3-й муж. И если она еще раз выйдет за него, то это будет уже 5-е замужество. А количество мужей остается 4. Потому что Ладо – это и 3-й, и 5-й муж одновременно. А в сумме количество мужей остается опять 4. Поняла? Ой, с ума сойти. Я совсем запуталась. Это биография Нино или экзамен по математической кибернетике? Это... А если они все-таки помирятся, то жить будут здесь? Да, жить они будут здесь. А твоего папу придется уложить между нами. Уф! Нет, нет, ну что такое творится? Что делается? В этом месяце нам придется заплатить за электричество 122 лари. На, не кушай. А если в холодильнике выкрутить лампочку, не сэкономим? Да что с тобой? Какую ты экономию сделаешь на лампочке от холодильника? Шалва держит постоянно холодильник открытым, а потом в нем будет темно, и он не увидит продукты. Дядя Жла, что вы делаете? Стараюсь не слышать разговоры об экономическом кризисе. Обалдеть. Доброе утро. Нино, возьми трубку, пожалуйста. Ты эту сорочку ходил? Слушаю. Да. Одну минуту. Дядя Шалва, вас спрашивает какая-то девушка. Папа. Какая девушка? Кто-то ошибся номером, наверное. Наверное, ошиблись. Да, моя киска. Нет, вы ошиблись, уважаемая. Нет, я совсем другой Шалва. Да. Возле парковки. Не звоните сюда больше. 7 часов. Да, киска, ой. Что? Сейчас.
Нино. Да? Тебя к телефону. Какой-то престарелый мальчишка. Наверное, пациент. Алло. Хорошо. Это Владимир. Ладо? Да. Сегодня вечером он придет домой. Он хочет серьезно поговорить со мной. Иди, папа. Папа, принеси валерьянку. Не валерьянку, надо охладить вино. Жених идет. Зятек. Не бойся, Нино. Я встречу его у дверей и отправлю обратно. Не выйдет. Ты же знаешь, как он упрям. Это не тебе, не это ему раз, Ривас или Антон. Это Владимир. Классным мужиком был Антон, а? Ну, хватит уже. Не проблема, я знаю. Нино, пусть придет, мы создадим такую обстановку, что он сам уйдет отсюда. Подымем звук телевизора до конца. Я заберу из-под носа тарелку с едой. Пошумлю, сломаю что-нибудь, на шпагат сяду, буду кувыркаться. Словом, ему надоест, и он уйдет. А вот в этом нет необходимости. Шалвай так все сделает, только это не поможет. Слушайте меня. Мне срочно нужен муж. Какой муж? Ты с ума сошла? Ну, не настоящий, понарошку. Чтобы сказать муж, ему, да, что да. Я замужем. Ты замужем и ждешь ребенка, да? Моя умница. Да. Знаешь что? Тогда сегодня же мы в ателье сошьем тебе платье для беременных. Такое красивое, такое свободное. Мы с ума сведем его. Этого твоего Антона или Теймураза или... Владимир. Да, господи, сколько их, да. Да, душка, Антон. А, да, и он сойдет с ума и убежит, кто бы ни был. А мужем кто будет? Гога или Ливан? Да нет, он их знает. Я знаю, кто сыграет роль мужа. Сослуженный отец Грузии, а по совместительству дистрибьютор Уча Пипи. Ну, Ника, ты лучше никого не нашел? Прости, я только что звонил Брэду Питту, но, к сожалению, его утвердили на другую роль. Понимаешь, вот так мне ответили. Ты не был, мог раньше позвонить? Да, он прямо мне сказал, как это ты мне раньше не позвонил? Нервничает ведь, но проблема в другом. А вдруг Уча не согласится? Да что ты! Один в меру упитанный дистрибьютор. Что ему может не понравиться во мне? Это он должен сказать мне спасибо, если я, врач, выйду за него замуж. Боже, о чем я говорю? Боже, одним словом, все решено. Ты, Ника, мой брат. Уча, муж. Дядя Шалва, свекор. А... ты, Мари, будешь горничной. Нет уж. Ну, прошу. Прошу тебя. То есть что получается? Мой муж будет твоим братом, его сотрудник твоим мужем, мой папа твоим свёкром, а я, естественно, прислуга. А как мы назовем этот сериал? Педиатры тоже плачут? Вообще-то, я уже привык к этой работе. Мне здесь хорошо. И очень хорошо себя чувствую. Оу. А министерские амбиции остались в прошлом? Да, конечно. Разве я встретил бы такого сотрудника в министерстве, такого верного, готового всегда мне помочь, такого друга? Да ну, что я такого сделал? Ты ничего невозможного у меня не просил? Пока ничего. Да. Но если понадобится, я уверен, что ты поддержишь меня. Министерство, зарплата нет. Главное, это человеческие отношения, дружба. Вот. И взаимопомощь. Вот. Помощь друга. Тебе случайно не нужно от меня что-нибудь? Чем? А? А чего именно тебя можно попросить-то? Ну, не знаю. Я так спросил. Думал, тебе что-то нужно, и ты стесняешься. Да. 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 Сейчас же высылаю. Через полчаса они будут у вас. Мальчики,
Непредвиденный заказ. Срочно нужно загрузить машину и выехать на объект. Без проблем. Срочно. У них не хватает нашего товара, что очень хорошо, так как на нашу продукцию растет спрос. Срочно уезжайте. Очень хорошо. Да, конечно, будет расти. Ведь если за дело взялся Уча Пипия, успех гарантирован. Вот. Вот, Ника, возьми документы и поторопитесь. Нет времени комплиментов. Срочно. Давай. Диктуй, какие коробки достать. Сниму сейчас. Что ты? Ты читай. А я загружу. Ты уверен, что погрузишь, а не прочитаешь? Еще бы, я уверен. Увереннее не бывает. У тебя такая дикция, такое произношение, что многие актеры позавидуют. Вообще-то, в детстве я очень мечтал стать актером. Правда? Да. О, подозреваю, что твоя мечта исполнится сегодня же вечером. Что? Что ты сказал? Ничего, читай. Ладно. Мне кажется, ты что-то хочешь сказать и никак не рискнешь. Уча. Давай. Говори, не стесняйся. Прямо мне в лицо, не бойся. Ты... Ты должен стать моим зятем. Да. Что? Сегодня вечером ты... Что значит, я должен стать твоим зятем? Это значит, что ты должен стать мужем Нино на несколько часов. Я же говорил. Нет, надо тебе сказать Лане, чтобы она сократила рабочий день. А то уже не соображаешь от усталости, а? Какая усталость? Кто не соображает? Послушай меня. Сегодня к нам должен прийти бывший муж Нино. Она же четырежды выходила замуж. И вот вдруг появляется третий, просит ее о применении. Слушай, вы лучше меня никого не нашли? Как странно. Этот же вопрос возник и у Нино. Что? Ничего. Ой. Я муж Нино? Нет. Попроси о чем-нибудь другом. Я этого не смогу сделать. Нет. Можешь? Нет. Можешь? Вот и посмотрим. И вы ждете ребенка, к тому же. Да. Ника, у меня их уже трое. Может быть, без этого как-нибудь? Неужели ты мне не можешь помочь? Я тебя прошу. Не могу я, пойми меня. Можешь. Ну и посмотрим. Давай снимай ящики. В чем дело? Почему вы опаздываете? А я вам сейчас все объясню. Этот молодой человек отказывается от собственного ребенка и от женитьбы. И бедная девочка остается одна. Беременная. И свою семью губит. Ча, и бедную девочку. Как тебе не стыдно? Если это так, ты ни минуты не останешься в нашей компании. А если согласишься, Колбатон Лана выпишет тебе премию. Премию? Лана, я согласен. Ника, пройди в кабинет. Поговорить надо. Нет, зачем же в кабинет? Вы же здесь. Не стоит. Говорите, мне уж нечего скрывать от Учи. Потому что... Да. Фактически мы уже одна семья. Хорошо. Скажу при нем. Ника, я очень довольна твоей работой. Спасибо большое. Чего не могу сказать об Учи. Он немного рассеян, допускает ошибки в документах. У него перерасход бензина, и я подозреваю, что нерабочее время он использует автомобиль компании в личных целях. Если можно, обрати на это внимание. Все-таки об этом лучше было поговорить наедине. Давай, грузи, поедем быстрее. В машину. Ника, подожди минутку. А если бывший муж твоей сестры разозлится и затеет драку, что мне делать? А? Откуда мне знать? Ты муж, тебе решать.
Понятно. Да, и вот еще кое-что. Осторожней. Ага. Вот, слушай, когда приедем домой, не говори Нино, что тебе Лана сказала. Ты же меня понимаешь. Да, конечно, я тебя понимаю. Да. Да что ты несешь? Вжился уже в роль. Тоже мне. Ну-ка, иди в машину. Быстрее, муженек. Да, да, простите, извините, но Калбатони Тато занята, у нее гость, да, встреча с бизнес-партнером, да, с бизнес-партнером, да, да, именно так. Что, что в этом непонятного? Перезвоните позже, хорошо, хорошо, до свидания. Интересно, кто этот мужчина и о чем они говорят столько времени? Не знаю, кто, но по внешности он большая шишка в гламурном бизнесе. А как он кейс оставил на столе и не занес его, я обалдела. Ну и что, что не занес? Не знаю, но это был сильный ход. Ваше предложение заинтересовало меня. Я рад, что сумел вас заинтересовать, госпожа Тата. Надеюсь, наше сотрудничество будет успешным, и мы покажем свое веское слово и скажем в грузинской моде. И я надеюсь. На этом этапе пусть нас будет двое. Разумеется. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Новые ножницы, как круто! С завтрашнего дня к нам повалят клиенты. Девочки, Лиззи идет в магазин. Вам ничего не нужно? Я? Да, ты. Говорите, девочки. Мне пиццу и ананасовый сок. Пельмени со сметаной, красную рыбу и кролика в винном соусе. Они не продают, поэтому принеси мне чипс. А мне большой хачапури и куриный рулет. И не забудь круассаны с шоколадом и кремом. Это все? И больше ничего? И мороженое. Девочки, у меня просьба. Пока Лиззи вернется, помогите мне ткань выбрать. Я должна сегодня же шить платье. Какое именно? Нет, нет, повседневное. Вот такое, знаете, вот с тоненькими, маленькими, вот так наверху, а потом распущенное, ну, свободное. Вот так, понимаете, да? Закрытое и свободное внизу. Свободное. Конечно, ты столько еды заказала. Постой, постой. И что? Такое свободное, распущенное? Да, вот так вот. Как это называется? Ты сначала скажи. В семье Джапаридзе намечается пополнение? О, нет, какие пополнения? Придет сегодня и вернется обратно. Что ты говоришь? Как вернется? У тебя такая радость? Ничего, так бывает. У Марии головокружение будет. Погодите минуту, послушайте. Видите, девочки, как скромна Мария. Тут нечего стесняться. Она до последнего скрывала беременность и сваливала опоздание то на больного папу, то на транспорт. Ах, Мария, Мария, понимаю, ты сейчас неважно себя чувствуешь. Чувствуешь, у тебя нет сил, поэтому ты можешь поздно приходить и раньше уходить. Мы всячески тебя поддержим. Девочки, без проблем? Как вы считаете? Правда? Конечно. Девочки, девочки, спасибо вам большое, девочки. Вы знаете, что об этом еще никто не знает. Даже Ника не знает. Вы первые, кому я открыла этот секрет. Да, поэтому... Поэтому я и спешу. Хочу сообщить Нике новость в этом платье. Ой, как же я вас люблю. Сейчас оплачу от умиления. Большое тебе спасибо. Да, да. Ладно, я побегу в магазин. Подожди, Лиззи, покажи мне список. Что тут написано? Хачапури, куриный рулет,
Как можно тебе сейчас это? Что? Вообще, если ты исключишь из рациона мучное, будет лучше. Да-да, я голодна. Запиши, Лиззи. Обезжиренный творог и морковный сок. Только это. Вы что, с ума сошли? Проследить за гемоглобином. Ты забыла, что беременна? Давай, Лиззи. Да, надо... Девочки, давайте не терять время. Займемся платьем. А, да, надо поработать над Матией. Тебе какого цвета хочется? Интересно, кто у нее, мальчик или девочка? Мариам? Ой, Нино, что? Ну, не знаю. Классное платье, Нино, ты очень похожа на беременную. Ну, не знаю. Классно выглядишь, правда? Пусть это тоже лежит для большей убедительности. Почему счет за электричество лежит здесь? Ой, что-то я очень раздражена, нервная. Ну, не нервничай, что с тобой? Пусть лежит, будто это справка с УЗИ для большей уверенности. Пусть лежит. О, это точно мальчик. 105 киловатт. Ну? Я привел исполнителя главной роли Уча Пепе. Заходи. Уча. Уча, простите, что пришлось вас беспокоить. Вы уж извините меня. Ой, Уча. Ай, Уча. А можно вас называть Коте? Коте. Коте, конечно. В чем проблема? Пускай будет Коте. Коте, давайте порепетируйте. Поговорите, что ли, друг с другом. Пообщайтесь. Вот расслабьте. Ну, не смотрите на меня так, дядь Шалва. Я переживаю. Нино, любимая. Слушай, любимый Коте. Ой, прямо побежали мурашки по коже. У меня тоже. Да, пойдемте. Давайте, конечно. Коте. Не забудь, Коте. Да, садись, Коте. Не забудь, Коте. Коте, послушай меня. Когда придет Ладо, то есть Владимир, сделай такое лицо, такое, чтобы он сразу почувствовал себя лишним грузом и подумал, кто я такой, что я тут делаю. Вот так? Нет, не так. Знаешь, какое лицо подойдет? Как у твоей тещи. Когда она смотрит на тебя, когда ты опоздаешь, и вместо 10 часов приходишь в 10:45. Да. Давай. А? Отлично. Прекрасно. Короче, актеры готовы, в зале полный аншлаг. Батуна Шалва, не надо нами руководить. Я тут режиссер. У вас эпизодическая роль и во втором акте, так что вы свободны. Спасибо. Ой, что делать? Дядь Шалва, что вы делаете? Папа, зачем тебе тарелка? Надо положить тарелку, жених идет. Ай, забыл. Папа! Нино! Нино, как я выгляжу? Ну, не надо. Ну, отпусти меня. Ну, Ника. Что, жопу моешь? Ну, скажи. Оставь. Владимир. Добрый вечер. Здравствуй, Нино. Я уже замужем, муж есть и жду ребенка. Здравствуй, Владимир. Ладо. Правда? Познакомься, Коте. Ладо Баткуэли, бывший муж Нино, математик. Коте Пипиан, ныне действующий муж Нино. Independent Company. Мой свёкор Батони Шалва.
Очень приятно. Я вас оставлю. Здесь не по кайфу. Отец, не покидай меня в столь трудную минуту. И давно, Нино? Давно. Мы с Нино уже 5 лет любим друг друга. У нас полная идиллия. Вот подожди, так. Подожди. 5 лет? Ты была моей женой. Как это понять, Нино? Говорил, не потянет он главную роль. Владимир, послушай меня, Владимир. Оказывается, Куте любил Нино целых 5 лет и не мог признаться в любви. И вот совсем недавно он осмелился и признался. А поженились они всего несколько месяцев назад. И теперь ждут ребенка. Вот такая история. Нет, Нино, вообще ты всегда отличалась хорошим вкусом. Ты... Нино, дай мне чистую рубашку. Срочно. Зайди к нам в спальню и переоденься, дорогой. Сейчас. Это у нас в спальне. Дорогой, там папа спит. А? Ладно, уж высохнет. Да, моя дорогая? Коте! А? Я на совещании. Скоро буду. Да, милая, хорошо. Не нервничай, дорогая, поцелуй детей. Уча. Уча. Дома мы называем его Учей. Кто это был? А кто? А, моя... Нет, Нино, это была очень хорошая женщина. Вот прямо мурашки опять по коже побежали. Нино, кстати, в отличие от этого молодого человека, я тебе никогда не изменял. Я даю тебе последний шанс начать все сначала, с самого начала. Я согласен даже на ребенка. Какой еще ребенок? Да. Послушайте меня, Владимир. Ладо. Коте. Слушай сюда, Ладо. Коте. Ты ведь математик? Очень хорошо. Тогда... Повернись на 180 градусов и дуй из пункта А со скоростью 180 километров в час. Понятно? Что? Ты чё, не понял, что ли? Куда? У нас проблемы, бэйби. Все понятно. Цветы забрал. Кота. Браво, Уча. Браво, браво, Уча. Ай, браво, браво, ура, ура, Уча, Уча. Ой, ты меня извинишь. Ты просто молодец, ура. Да ну, ничего, не проблем. Уча, Уча, это тебе с дебютом. Лоуренс, ты наш Оливье. Иди сюда. Дядь Шалва, никогда не уходите из моего дома. Дорогая. Ну, кто это такой, дядь Шалва? О, Господи. Thank you.